Добрый день, обзор каравана Адрия 93 года. Данный прицеп без пробега по России, привезен из Европы, растаможен. Получен полный комплект документов для постановки на учет. Никаких дополнительных доплат, связанных с оформлением, не будет. Велокрепление. Есть полноценная палатка, фотографии палатки будут в заставке на ютубе, либо фотографии будут в объявлении на Авито. Значит, полноценная палатка, ступенька, газовый баллон в комплекте, бак под воду, ключ для установки лап. Что еще перечислить здесь? Вот этот баллон будет в штатном комплекте, это я поставил для проверки. Схема установки палатки. Новое опорное колесо, сцепная головка со стабилизатором, тормоз наката. Если у вас 7-пиновая розетка, то у нас есть переходники. Или вы можете самостоятельно приобрести переходник стоимостью в среднем там 500-700 рублей. Переходник на 7-пиновую вилку. Так, что еще сказать снаружи по данному прицепу? Значит, внутренняя длина от стенки до стенки данного прицепа 3 метра 70 сантиметров. 93 год. Сразу хочу показать, что здесь... В этом пространстве есть полка, но у нее нет еще дополнительной, просто сюда ставится еще одна дощечка и, соответственно, нет матраса. Его не было. Кому необходимо будет это дополнительное спальное место, то можно его легко, скажем, восстановить. Второй ярус рассчитан на, в принципе, на ребенка. Тут до, по-моему, 60 килограмм. Поэтому надо обязательно это учитывать, если будете использовать это просто. Если оно вам не нужно, то оно убирается. Сейчас защелкивается. У вас получаются просто шкафчики. Неудобно одной рукой. Если вам эта полка не нужна, то просто у вас появляются шкафчики. Так, значит, две спальные зоны. Одна при входе слева, небольшая. Новый переносной туалет. Не использовался новый. Внутри есть еще новые два баллона химии. Душевая лейка. Достаточно большой поддон. Можно сказать, для такого прицепа небольшого сравнительно. Множество зеркал. Кухня. Есть маленький дефект. Что-то подпалили от плиты. Кухня, холодильник. Оборудование все работает. Полная демонстрация будет работоспособности перед покупкой. Вторая спальная зона. Тоже шкафчики по периметру. Обогреватель Труматик. Здесь, соответственно, расположен бак для воды, который имеет горловину и заливается снаружи очень удобно. Достаточно большой бак. Удобно наполнить. Шкафы по периметру. Так, из недостатков показал, немножко подпален край здесь. И имеются следы протечки. Видимо, была протечка по ручкам, которые расположены снаружи.
следы попадания воды. Но все жестко, не мягко. Такой вот небольшой прицеп. Да, максимальный вес прицепа 1000 килограмм. Вот. Поэтому, если ваш автомобиль максимально допустимым весом не более 2,5 тонн, то сцепка, этот караван и ваш автомобиль можно будет управлять с категории Б. Если хотите точно прочитать выдержку из правил дорожного движения, будет либо в объявлении выдержка из правил, либо в ролике на YouTube будет в описании выдержка из правил дорожного движения, как, когда, в каких случаях можно управлять прицепом, если он больше 750 килограмм. Также в наличии сейчас есть такой вот Knaus, просто в идеальнейшем состоянии. Практически новый. Вот там стоит Хобби, но он уже продан. Его даже показывать не буду. Люди его чуть позже заберут. Есть Knaus еще такой. Состояние просто нового каравана. Всем большое спасибо за просмотр. Будут вопросы, пишите, звоните. Посмотреть можно данный караван в Московской области, 10 километров от МКАД по Щелковскому шоссе в деревне Медвежьи Озера. Всем всего наилучшего. До свидания.